Санкт-Петербурге сегодня стартует главное событие для представителей мира финансов – 22-й Петербургский международный экономический форум. В нем принимает участие глава Нижегородской области Глеб Никитин. И уже сегодня есть первые результаты. Глава Нижегородской области подписал соглашение о взаимодействии с Росстандартом. Документ предусматривает реализацию политики в вопросах повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг. У нас в регионе успешно работает Центр стандартизации и метрологии. Процессы управления качеством сегодня приобретают особое значение, а федеральное агентство помогает бороться с контрафактом на рынке. «Мы будем развивать сотрудничество, внедрять лучшие технологии», – заявил глава региона. Также в северной столице Глеб Никитин обсудил реализацию приоритетного инвестиционного соглашения между компанией «СНГБН Строительная продукция РУС» и правительством Нижегородской области по строительству завода по производству гипсокартона и разработке гомзовского месторождения гипса и ангидрита в Павловском районе. И сегодня же в Петербурге Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с главой Калужской области Анатолием Артамоновым.